Здравствуйте! В этом видео я покажу, как раздать и настроить роли на сервере в Discord. Видео было снято для канала Knowledge Reactor. Итак, откройте ваш сервер в Discord, нажмите сюда, настройки, права доступа, добавить роль. И теперь вы можете эту роль настроить. Например, я все включу. Дальше жмем «Сохранить». Также мы можем настраивать роли конкретным участникам. Например, дальше просто сохраняем. Все. На этом все. Спасибо за внимание. Если видео было полезно, поставьте лайк. До свидания.